Первоисточником народных танцев является движение и жесты человека, связанные с трудовыми процессами. Получается, что древние греки больше работали ногами, а арабы – животами, а русские вместо работы старались присесть или прилечь. Я предлагаю посмотреть на трудовые процессы, которые совершали на этой неделе Любовь Толкалина и Алексей Тихонов. Вот мы сейчас находимся в стадии совсем такие начинающие, то есть вот на льду особенно на льду. Месяц назад, да. Я сейчас из себя представляю, но рожденного одномесячного ребенка. Вы на левой, правая сзади плечи, и все само по себе перейдет, нет? Я не питаюсь никакими иллюзиями по поводу своего катания. Катаюсь я чудовищно. Да, отпускай руки, не бойся. Не могу! Лёхочка, прости, дорогой, давай это порепетируем. У меня впечатление, вот в том танце, который будет номером один, у меня впечатление, что мир вращается вот так вокруг меня. У меня кружится голова, и только ветер шевелит волосы на моей голове. Потому что все делает Алексей, абсолютно все, от начала и до конца. Мне нужно сделать только одно – встать на ногу. Слушайте, вам не кажется, что я похожа на Боинг 737, который выкатывает нам волосы? Крылья, сумасшедшие. Для меня все, что здесь происходит, сродни тому, что сдавать экзамен по астрономии на английском языке. Поэтому оценки в данном случае вообще не важны. Главное выговорить просто и продержать линию отсюда вот до сюда. На льду Любовь Толкалина и Алексей Тихонов, Россия. Они выбрали себе ирландский фолк.
Ну вот и подошло к концу первое выступление. Замечательная была птица. Если честно, она символизировала этот танец. Ну и, конечно, нужно делать скидку. Все-таки Люба Толкалина впервые выступает в официальных соревнованиях. И, конечно, главную нагрузку на себя взял Леша Тихонов. У него, как обычно, все это здорово получилось. Я думаю, что пара перспективная, они очень-очень подходят друг другу. Вот самый сложный элемент сегодняшнего выступления. Лёшка, молодец, спасибо тебе. Спасибо огромное. Все сделала хорошо. Как это было? Я вообще даже не помню. Нечего сказать мне даже тебе. Положи птичку здесь, да? Давай я вот сюда вниз положу. Птичку, покажите мне. Молодец, молодец. Для первого раза очень хорошо. Любовь Толкалина, Алексей Тихонов, Россия, оценки за технику. 5-8-6-0. 5-7, 5-9, 5-9. Нормально. Средний балл 5,86 сотых балла. Оценки за артистизм 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0. Средний балл 5,92 сотых балла. Общий балл 11,78 сотых балла. Лайма, первая 6-0. За технику. Я когда увидела эту поддержку, я просто понимаю, что это не просто, надо быть отважным. И не, эта поддержка меня покорила. А какую, покорила. Лаймочка, какую? Было очень много, по-моему, поддержек. Нет, последняя, когда девушка сама должна держать себя. Браво. Саша, а что понравилось тебе? Вообще, Любовь Толкалина для меня, наверное, есть каких-то 10 таких вот красивых, настоящих актрис, женщин. Ну, как можно... Как вообще мужчина может описать женщину? Никак, не умеет. Вот, поэтому... Вот она сегодня такой вот птицей ворвалась в проект «Лед и пламень» и пролетела. И ирландские песни и танцы, они всегда такие какие-то бодрые. А здесь так удалось Илье и ребятам показать какую-то нежность. Вот за нежность 6-0. Спасибо, Саша. Ответьте мне, пожалуйста, Люба, вы плакали. Это что такое было? Это отчаяние от того, что что-то не случилось, или это вдохновение от того, что все произошло? Я плакала, потому что сегодня сбылась моя мечта. Я очень хотела станцевать ирландский танец на льду. И когда сбывается мечта, есть место слезам. Это же был все-таки риск. Да, риск, но всегда, когда ты хочешь сделать то, что тебе очень нравится, то, что ты очень хотела бы выполнить, всегда идешь на определенный риск. И сегодня в паре Толкалина-Тихонов большой праздник, потому что это случилось. Хочу сказать, что возьми на себя ответственность за Любину панику и сделай так, чтобы в следующий раз она не боялась. Договорились? Дай мне просто честное мужское слово. Давай лучше я пообещаю. Ой, как у вас все хорошо. Удачи вам. Дерзайте. Спасибо.